И вот тут у Олега Ляшко внезапно все смешалось. Одиозный украинский депутат решил поздравить Днепр с Днем города, который там отмечают сегодня. И немного ошибся. Он разместил у себя на странице в Фейсбуке поздравительное стихотворение, а проиллюстрировал его почему-то фотографией Москвы. Живописным снимком столичного комплекса Москва-Сити. Причем ошибку Ляшко заметил уже после того, как на нее указали пользователи в комментариях. Тогда депутат все-таки решил поменять фотографию и разместил изображение днепровской гостиницы «Парус».